поедем на своем автомобильчике. Но почему-то уже бензина минимальное количество написано. Да, такой вот у нас автомобиль. Ну, буст, конечно, помогает. Ох ты моя. Ну, здесь может быть мощный этот самый стоит. Тяжелый очень автомат, поэтому машинка буксует. Проехать не можем. О, все, застряли. Офигеть. Да, здесь нужен транспорт помощнее. Так, давайте откроем сундучок. Что у нас в сундучке? Билеты Рифт, гаечные ключи, новинка Аэросани редкая. Давайте испробуем эти Аэросани, например, на вот эту, на американскую мечту уберем. Где Аэросани, слушай? Вот они сверху, Аэросани. Берем, давай прокачаем, конечно, их немножко. Все, и выбираем, поиграем, проверим. Поезд противника. Так, противник вроде бы слабый. Полицейская тачка, Аэросани, ретромобиль. Все. Так, аттракцион ужасов. Ух ты. На. Так, подожди, сейчас. Ага, он сейчас. Ой, залез туда, бедолага. Его сейчас расфигачит. Все. Победа, победили. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давай поедем. Проверим. Вот я хотел проверить машинку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Немножко она неуклюжая. О! Прикольно. Прикольно, прикольная тачка. Сейчас попробуем мы. А тут еще этот скелетик, смотри, лежит. Можно в скелетика стукнуться еще. О, нет! Давай еще раз ему щелкнем. Давай, давай. Ну, ё-моё. Ну, почему не получается? Чувак, во! Нет, тачка классная. Она длинная такая. Ох ты, Аэросани наконец-то мои. О, он летает на Аэросани. Практически летает, смотри. Ух ты, Аэросани классные. Прикольные. Ай-яй-яй-яй, это я сам себя. Это не считается. Есть, и еще один ударчик. Ну, Аэросани мне понравились. Замечательные Аэросани. И давайте еще откроем один сундучок. Тем более сундучков много у нас. Смотрим, что у нас здесь. А, билет Рифт. А, гаечные ключи и новинка, кепка обычная. Так, а как мне эту кепку одеть теперь? Мне интересно. Так, магазин. А, ежедневная награда. Давайте посмотрим. 1100 монет. А, давайте приобретем что-нибудь. Что можно приобрести? Давайте колеса полностью прокачаем. Вот так. Теперь у нас на тачке хоть что-то прокачано максимально. Это колеса. А, нет, у нас еще вот этот буст прокачанный. Ну ладно. Поехали на машинке. Посмотрим. Как мы далеко проедем, не проедем. Ну, смотри, она хорошо резво так поехала. Прям резво едет. Даже немножко мы сейчас будем ускоряться. Мне нравится, что она едет резво. Так, турбо. Турбо нужно, ребята, именно в определенный момент включать. Постоянно им баловаться не стоит. Вот как от того чувака. А мы сбежать, смотри, он сейчас прыгнет, а мы сейчас на турбо нажмем. Опа, видишь, все, он там разбился, наверное. О, вот этого велосипедиста надо щелкнуть. Едь сюда, ах ты гад, смотри, что делает. Ладно. А, все-таки меня попал, да? Да. Ух ты, да кто там в меня стреляет, я не понял, алло. А, вот он, вонючий велосипедист, а как ты, гад, выжил там, а? Ладно. Ждем. Да, ё-моё, смотри, он меня будет постоянно так стрелять. Есть. Вот так вот мы его раздавили колесами своими. С шипами. Отлично, отлично. Повреждение машинки критическое уже. Так что сейчас нужно аккуратненько ехать. А, вот он велосипед. Гад, смотри, на, я тебя сейчас раздавлю.
Так, и у нас сзади едет этот монстр. Так, вот это смотри. Опа, мимо. А, нет, зацепился. А как ты зацепился? Он подпрыгнул, что ли, как-то так? Нет, он не должен был зацепиться. Потому что я отъехал далеко. Не знаю, как он там зацепился. Вот, смотри, сейчас опять-таки бежит. Опа! Нифига! Взорвали машину. Жалко. Вообще, они не должны были взорвать нашу машинку. Ну да ладно. Так, а ну-ка, я пошел наверх. Так, ты, ну ладно, иди тогда. Ну а ты чё этот не берешь? Давай уже этот сам, кто-нибудь будет брать наверху, кто-то внизу. Вот. Так, все, я взял. Так, где он там? Он уже с кем-то там дерется. Так, моего напарника убили. Ай-я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 й
Все, ждем напарника. А, так, что у нас тут есть интересного? А, вон, так, лежит баночка, но я до баночки не пойду, потому что мне не хватит сил, энергии. Можно умереть легко. Так, столкновение. Хорошо. Так, давайте. Ага. Ух ты, ё-моё, почему я так медленно двигаюсь? А-а-а. Ну, я не знаю, мне что-то с интернетом было сейчас только что. Ну, хотя бы что-то мы заработали. И то хорошо. Так, ну что у нас есть? У нас 150 тысяч есть, мы можем что-нибудь улучшить. А, можно шоколадный заяц это купить. А можно здесь купить. Давай купим лосьон. Скользкий лосьон. И еще купим полицейский надзор. Потому что он мне часто попадает. Так, как же тебя зломбира-то убить? А, все понял. Прежде чем он исчезнет, надо его стрелять. Прежде чем он исчезнет. О! Такс. Прыгаем. Ну, смотри, какой он быстрый. Этот герой. Там еще, кстати, есть третий герой. О, профукали мы, профукали. Ну ладно. Гендальфа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что ж. 15 тысяч. О, Гендальф опять. Гендальф, давай-давай. Да ё-моё, профукал Гендальфа второй раз уже. Бочки, да бочки не докатился. Так, полицейский, я же вас прокачивал. Чтобы мне не мешали. Бочки. Вот это удача, ребята. Бочки меня спасли. Ракетка. Гендальф. О, да, сколько? 600. На, Гендальфа просто прокачивать надо. Чтобы больше денег давал. О, перчатка. Перчатка, пожалуйста. Есть. О, вот эта штука лучше, интересней. Давай, сейчас мы его догоним. Давай. Ах, не успели догнать, прикинь. Просто, видимо, надо там конкретно дожимать ее. Ох ты. Ну, давай еще немножечко. Ох, ну зато много мы собрали желейных мишек. Так, две карточки. 10 тысяч и такурации. Увеличивает твою силу взлета, когда ты ударяешь противника и носит ему больше урона. Такурации. Ну, спасибо за такурации. 5 тысяч монет. Так, а подвеска стоит 7800. Поехали. Сейчас попробуем. Добить эти монетки. Аккуратненько. Либо, может быть, слушай, мне надо включать двойные монеты. Да. Двойные монеты включать.
двойные монетки получать. Тогда мы больше монет заработаем. А по-другому никак, конечно. Да. Бандит-то у нас не мощный такой транспорт. На одном колесе едем. Оба. А там за одно колесо тоже, кстати, доплачивают. Так, уже 5200. О. Так, пещера пошла. Здесь надо аккуратно. В пещерке. Так, прохукиваем мы, кстати, монетки, надо их собирать. Мы их пролетаем остальные. Так, взлет. Нифига там в облаках горы. Наверное, слишком разогнался. Давайте чуть помедленнее будем. Не так сильно спешить. Все равно багги у меня прокачанные. А машинка очень мощная. Вот уже собрали 5700. Вот 5800 у нас монет. О, я вот эти почему нет собрать? Нет, разбились. Да, как неудачно я что-то подпрыгнул. Ребята, я хочу взять Джокера. Давайте мы его улучшим хоть немножечко. А, можно было там что-нибудь добавить, какую-нибудь фишку. Что-то я что-то не посмотрел. Ну да ладно. Ух ты! А со мной тоже какой-то чувак. Но я на маленьком Джокере еду. Ё-моё! Какой маленький Джокер. Ладно, тихо. Стоп, стоять. Стопе. Так, давай стреляем. Так, Катюша. Катюша, 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 Катюша. Ой-ой-ой, это опасный был. Это опасный был у него крутилочка. А чё ж у меня не было крутилки? Сейчас я посмотрю, может, у меня есть крутилочка. Так, мы выиграли, это очень хорошо. Звездочку мы получим. Так, давайте добавим чего-нибудь. Мне нечего. Мне даже... Ладно, мне даже нечего добавить. Хорошо. Ну, давай кобру возьмем. Почему бы и нет? Это первая кобра. Я возьму даже крутилку для кобры. Так, а что здесь показывается, что крутилка... А, нет. Крутилка не улучшается. Ух ты, он сосой. Ё-моё, Атлас. А, вон, смотри, маленький Джокер. С маленьким Джокером. Ладно. У меня хоть крутилочка есть, то хорошо. Опа, давай стрелять в них. Ух ты, ё-моё, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Так, этого сейчас щелкнут моего друга. Ты давай, дружбан, коллега. Куда отлетишь? Ну, ё-моё. Так, ух ты. Щелкнул, щелкнул, давай еще одного. Вот этого сейчас щелкну. Ух ты, ё-моё. Он сам себя взорвал. Как такое возможно вообще? Сам себя подорвать. Самому себя подорвать, это разве вообще можно так? Что-то я не понял. Ладно, давай еще раз на кобре поеду. Ух ты, у них титан. Танк мощный. Ну ничего страшного. О, у нас два одинаковых маленьких танка. Только у меня есть крутилочка, а у него нету почему-то. Значит, у него вместо крутилки что-то другое есть. Тихо, 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 тихо. О, ремкомплектики. Ага. На, сейчас я подъеду прям поближе. Титанчика этого расфигачу. Есть. Расфигачили мы титана, и мы, ребятушки, победили.